Всем здорово, ребятки. Итак, третий тур, сдвоенный тур. Мне две игры играть с Атлетик, точнее, Федерер. Ну, посмотрим, что получится. Я опять ни хрена ничего не тренил, короче. Ха-х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 а! Это что, блядь, было сейчас? Жестко. Слетел палец. Пока что легкое все. Ой, бля. Да, походу сегодня, блядь, буду я жестко въебывать, блядь. Один ноль. Первую катку что-то я вообще засрал всю. Жесть. Ну, погнали дальше. Я в плей-офф, наверное, не попаду. Если бы я Кинга... Ну, если бы я тренер, у меня, тренировался, у меня бы шансы были. Я не треню. Видосы смотрел вообще давным-давно. Которые с Вульфом записывали. Короче, не подготовился я к этому турниру. Ну и ладно. Ой, бля, что я делаю, сука? Как говорится, проигрываю без борьбы. Хоть бы не забил, красавчик. Так. Оп, вот так он бьется. Легко и просто. Может, поборемся еще? Да, если бы я тот забил, сейчас бы уже выиграл. А я его не смог забить. Что-то протупил, бля. Протупей. Пять-пять. Записывает хоть, да. Ой-ё, проебал. Хо-хо, сука. Два-ноль. Говорю я себе, тот первый бы в пустые ворота, блядь, не лоханулся, то сейчас бы выиграл эту катку. Ну ладно, едем дальше. Два-ноль. Может, повезет когда-нибудь, нет? Ну, ошибись хоть разочек, блин, пожалуйста. Чё ж ты все забиваешь-то, блядь? Как Кинг, блядь. Пиздец. Блядь. Ну это пиздец, короче, я не знаю, что за хуйня. Нихуя мне не залетает. Да, проебал. Угу. 3-0. Четвертую так сыграем уже для просто тренировки. А потом будем играть четвертый тур. А он не будет? А, я думал, не будет, хотел уже выходить. Да, удары такие были, которые я как бы не знаю, как их бить. Я их никогда не забиваю, даже с тренировками. Не попалось таких ударов, которые тренились с Вульфом. Жесткое все было.
Ладно, сейчас попробую в тех играх, которые еще в четвертом туре, попробую что-то сделать, если повезет. Вот такое я тоже не знаю, как забивать, нах. Просто не знаю. Ну, нифига себе, забил. Круто. Нифига себе, этот забил. О-о-о! Это невозможно. 3-1. Ну чё, ребят? Это был третий тур против Атлетика. Я его, как обычно, въебал. Надеюсь, сейчас четвертый тур мы с ним еще раз сыграем и уже будет что-то другое. А так третий тур я всрал. Всем спасибо, всем пока.